872 долгих мучительных дня голода, артиллерийских обстрелов и регулярных авиаударов. Главных героев праздника, ветеранов и участников Великой Отечественной войны, ленинградцев, переживших суровые дни блокады, пригласили за празднично накрытые столы. От имени мэра Анапы Сергея Сергеева собравшихся поздравил заместитель Олег Костенко. Хочется вас еще раз поздравить с этим событием, пожелать вам всем мира, благополучия, самое главное здоровья. Чтобы еще мы с вами не один год собирались за этим столом. От имени главы города сегодня юбилейная дата, 70 лет. Мы приготовили подарки каждому из вас. Это мультиварки. Галине Булатовой Олег Костенко вручил нагрудный знак 70 лет освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. В 2013 году Анапскому обществу блокадники Ленинграда исполнилось 20 лет. Ее бессменный председатель Александр Орлов. Дети блокадного Ленинграда, многие погибли. Некоторых вывезли на большую землю из блокадного Ленинграда. И которые вот здесь сейчас перед нами сидят, это чудом, чудом выжившие дети. Вместе с вокальным ансамблем «Отрада» Александр Орлов исполнил известные песни военных лет. «Волховская застольная» за заставами ленинградскими. Фронтовые песни ветераны спели хором. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа регион.